Покончим с этим. Комплексы уничтожены. Теперь протосам не уйти. Отлично. Теперь канал искривления для них бесполезен. Мы справились. Протосы больше не представляют угрозы. Я поверю в это только когда все они будут мертвы. Я чувствую, что ненависть моей королевы пылает подобно солнцу. Но есть и кое-что еще. То, что я не могу понять. Это боль, Иша. Иногда даже ненависть не может затмить мои воспоминания. О враге, который победил тебя? Нет. О лучших временах. О друге, которого я потеряла. Моя королева, ты стала сильнее. В личных покоях ты можешь выбрать новые способности. Разведчики обнаружили большой корабль протосов на другой стороне Луны. Межзвездный корабль, на котором они сюда прилетели. Он не готов к запуску, но протосы все равно запустят его раньше, чем мы до него доберемся. У них всегда есть запасной план. Но я была готова к такому повороту. Тебе не обязательно так поступать. Ты можешь просто улететь с этой Луны. До того, как за тобой придет Золотая Армада. Я не могу убегать. Наконец-то я это поняла. Мои враги последуют за мной, куда бы я ни направилась. Мне остается только сражаться. Значит, мира между нами не будет никогда. Мира. Доступны способности следующей ступени. Чтобы использовать новую способность, ее нужно сначала выбрать. Иначе она не будет активной. Новое открытие. Улучшение генетического кода зерглингов. Какое улучшение? Сложно. Генетическая структура разветвленная. Потенциально два новых вида. Скорее внедри их в рой.
Виды взаимоисключающие. Гены будут мешать друг другу. Нужно выбрать один, от другого отказаться. Я хочу посмотреть на оба вида в действии. Протестируем в эволюционном отсеке. Я хочу заглянуть в твою память, Абатур, чтобы понять, почему при виде тебя я каждый раз ощущаю злость. Воспоминания излишние, ненужная информация. Я прочитала твою память. Именно ты создал королеву клинков. Твои лапы поместили меня в Хризалиду. Хрупкая и податливая. Ломал кости, рвал плоть, улучшил тело. Если бы ты не играл такую важную роль в моих планах, я прикончила бы тебя прямо сейчас. Не понимаю. Зерглинг готов к улучшению. На принадлежащей Доминиону планете обнаружена уникальная эссенция. Получить эссенцию, адаптировать зерглингов, уничтожить форпост Доминиона. Планета Калис. Форпост Доминиона в скалах над долиной. Вне зоны досягаемости. Требуется адаптация. Местные караки атакуют жертву в прыжке. Поглотить карака. Получить эссенцию. Внедрить в генетическую структуру зерглингов. Ассимилировав эссенцию, Рой сможет атаковать форпост.
Эссенция получена. В генную структуру зерглингов добавлен новый фрагмент. Усиленные зерглинги готовы к бою. Что ж, посмотрим на них в деле. Доставляю дополнительных зерглингов. Преодолевают утесы. Уничтожен. Следующий подвид готов к тестированию. Астрид 3. Дикая стая зергов. У инкубаторов выработался уникальный механизм адаптации. Сверхбыстрое порождение зерглингов. Я беру базу под контроль. Вношу изменения в генетическую структуру Роя. На планете обнаружены войска Доминиона. Направляются к базе. Абатур, быстрее! Выведен новый вид. Сворлинг. Готов к производству. Сворлинги. Быстрое развитие. Рождаются трое из одного кокона. Численное преимущество над противником. Войска Доминиона наступают. Создайте сворлингов. Слишком много зерглингов. Агрессоры уничтожены. Нужно произвести больше зерглингов. Разрушить базу. Нам нужно больше. Повсюду! Тогда стреляйте повсюду!
Легиона разгромлены. Испытание сворлингов завершено. Нужно подготовить генетический материал для адаптации Роя. Возвращаюсь в эволюционный отсек. Генетический код готов к интеграции. Жду решения. Эволюция завершена. Протосы запустили корабль с темной стороны Калдира. Мы еще ощущаем его присутствие, но время уже на исходе. Один из ваших кораблей покинул планету. Значит, тебе осталось только дождаться прихода Золотой Армады. Ты умрешь быстро. Прости. За что? За то, что убиваешь мой народ? За то, что должна сделать. Твои друзья на корабле знают, что кто-то остался здесь. Они чувствуют твое присутствие. Нет. Но они не могут телепортировать тебя к себе, потому что я блокирую их способности. Нет. Нет. Но если я сниму защиту... Нет. Не телепортируйте меня. Нет. Ты позволила протосам забрать ее? Она станет их смертью. Должна предупредить тамплиеров. Давай. Слушай внимательно. На этом корабле тебя ждет множество опасностей. Будь осторожна и выполняй мои команды. Ты будешь поглощать врагов и расти. Тебе надо заразить этот корабль и убить всех протосов до единого. Теперь ступай и породи потомство. На этом корабле полно живых существ. Тебе будет легко найти биомассу. Зелот. Спрячься в этом существе с помощью паразитического заражения.
Что за шум? Отлично. Он ушел. Убей своего хозяина и двигайся дальше. Часовой, спрячься за дымовой завесой и подожди, пока он скроется. Обнаружено слизь с зергов. Приоритетные задачи установлены. Остальные задачи отменены. Начинаю патрулирование. Мимо этих зелотов тебе не пробраться. Заберись в Урсадона и убей их. В этом Урсадоне паразит зерга! Протосы считают, что некоторые животные на корабле заражены вирусом зерга. Они даже не представляют, с чем им предстоит столкнуться. Пришло время стать матерью стаи. Сначала тебе придется съесть Урсадона. Он туда не пролезет. Тут тебя никто не увидит. Мутируй. Расти. Тебя зовут Неадра. Твоя цель — породить потомство и уничтожить протосов. Убей их всех. Я живу, чтобы служить тебе. Невыполнимая команда. Я жду приказов. Да, моя королева. Охота продал. Нужно убить этих существ. Я могу поглотить их биомассу и использовать ее, чтобы вырастить свою стаю. На корабль проникли зерги. Воины, убейте их! Как пожелаешь. Этот корабль сгорит! Во славу Роя! Несомненно! Этот корабль сгорит! Как пожелаешь! Мы повинуемся!
несомненно. Охота продолжается. Во славу Роя! Да, моя королева. Охота продолжается. Мы повинуемся. Несомненно. Как пожелаешь. Этот корабль сгорит. Да, моя королева. Во славу Роя. Несомненно. Как пожелаешь. Во славу Роя! Этот... Сломите их защиту! Рой ничто не остановит! Мы повинуемся! Наше время пришло! Единственный проход дальше по этой трубе. Вперед! Да, моя королева. Мы повинуемся. Этот корабль сгорит. Как пожелаешь. Охота продолжается. Да, моя королева. Во славу Ро. Я стала слишком велика для этих шахт. Но мои зерглинги без труда в них заберутся. Несомненно. Этот... Тот механизм питает щит. Несомненно. Щит больше не преграждает мне путь. Вперед! Я слышу. Охота продолжается. В этой части корабля чувствуется сильное энергетическое поле. С чем это связано? Мы повинуемся. Я не Адра. Как пожелаешь. Несомненно. Охота на меня напали! Во славу Роя! Как пожелаешь. Да, моя королева. Мы повинуемся. Я чувствую энергию. Ты нашла прыжковый двигатель. Уничтожь его, и этот корабль никогда не доберется до Шакуроса. Этот корабль Теперь я уничтожу прыжковый двигатель. Невыполнимая команда. Я слышу. Несомненно. Как пожелаешь. Мы повинуемся. Thank you.
повреждение прыжкового двигателя. Немедленно эвакуируйтесь. Остановить их! Зерги не должны добраться до стазисных камер! Этот корабль сгорит! Наши войска атакованы! Вам не сдержать, Рой! Взрывы утихли. Подожди тут. Я чувствую возмущение энергии в следующем отсеке. Авария. Отказал источник энергии. Вывожу воинов из состояния стазиса. Мы повинуемся. Несомненно. Охота продолжается! Во славу Роя! Ниадра, пора эволюционировать дальше. От этого зависит рост твоей стаи. Я слышу. Этот корабль сгорит. Несомненно. Уничтожить образцы! Нельзя дать зергам их поглотить! Убейте протосских воинов! Нам нужна эта биомасса! Как пожелаешь. Во славу Роя! Охота продолжается. Да, моя королева. Несомненно. Охота продолжается. Мы повинуемся. Тебя ждет последний бой.
Я слышу. Этот корабль сгорит. Нельзя дать им убить Урсадона. Во славу Роя! Охота продолжается. Да, моя королева. Как пожелаешь. Этот Урсадон мой. Давай, нужно убить этих протасов. Мы повинуемся. Как пожелаешь. Мы соскучились по бою. Да. Протасы собрали большой отряд. Подготовься к атаке. Несомненно. Этот корабль не продержится! Готовьте спасательные капсулы! Уничтожь спасательные капсулы, пока их не запустили. Протасы не должны доставить весть на Шакурос. Как пожелаешь! В атаку! Мы должны выиграть время для наших братьев! Они начали готовить к вылету новые спасательные капсулы! Уничтожить их! Враги не страшат меня, ибо со мной вся сила Кхалы. Наше время пришло. Как пожелаешь. Во славу Роя! Мы не уйдем в пустоту без боя. Мы повинуемся. Наши войска атакованы. Своими жизнями ради Кхалы! Конечно, пожертвуйте! Во славу Роя! Все протасы мертвы, моя королева! Моя королева, ты слышишь меня? Мы остались одни. Королева Клинков поставила перед нами одну цель — уничтожить протасов. Мы должны быть готовы. Мы снова будем служить.
обратного пути нет. Я не понимаю тебя. Протосы никогда не простят мне того, что я сделала здесь. И если у них поубавилось страха, когда я стала человеком, то теперь они снова начнут бояться меня. Но я не буду ждать, когда они придут за мной. Я ударю первой. Левиафан может по твоему приказу совершить перелет к другой планете. Дело сделано. Золотая Армада никогда не узнает, что мы здесь были. Хорошо, что этого протоса больше тут нет. Было сложно терпеть ее псионное присутствие. Она умерла, пытаясь спасти своих друзей. Достойная смерть. Какая разница, как она умерла? Я убью любого вставшего на моем пути. Но это не значит, что мне нравится убивать. Неужели даже смерть Арктура Менгска не принесет тебе удовольствия, королева? Хватит разговоров, Иша. Ты поместила паразита в тело протоса. Да. И что? Умно. Предусмотрительно. Протосов нельзя заразить, но можно внедрить чужеродный организм. Происхождение паразита неизвестно. Это я его создала. Не только ты можешь манипулировать генами. Неожиданно. Продолжу работу. Подвид таракан готов к улучшению. Обнаружен исследовательский комплекс протосов. Проводимые эксперименты полезны для Роя. Нужно уничтожить протосов, получить результаты экспериментов, улучшить Рой. Планета Кантор. Обнаружена секретная база протосов. Много подопытных образцов. Захваченная многоножка – опасный паразит. Что ж, почему бы нам не дать ей порезвиться? Паразиты внедряются в хозяина, затем вырываются из его трупа. Эссенция должна достаться нам, не протосам. Эссенция получена. Интегрирую генетический код паразита. Подвид труповик. Вживляет труплинга паразита. Вылезает из вражеского трупа. Вперед! Не щадите никого! Thank you.
Пусть троплинги первыми атакуют противника. Уничтожены. Эссенция многоножки получена. Планета Мелус-4. Среда стимулирует эволюционное развитие. В прудах развиваются микроорганизмы. Поколения тараканов поглощали жидкость. Дисфункция органов. Погибали. Выжившие адаптировались, вступили в симбиоз. Новый подвид, кислот, готов к бою. Я чувствую присутствие протосов. Посмотрим, каковы эти новые тараканы в бою. Подвид кислот. Едкая слюна подрывает противника, замедляет движение, замедляет атаку. Механизмы не работают. Не могу атаковать. Нужно сосредоточиться. Чудовища! Тяжело! Подвид кислот готов. Протосы уничтожены. Нужно подготовить генетический код. Возвращаюсь в эволюционный отсек. Генетический код готов к интеграции. Жду решения.
Операция завершена. Зератул. Тебе нужно. Поверь. Керриган, я был там, где все началось. Перед тобой Зерус, родная планета зергов. Именно тут Темный нашел их и изменил. А еще остались истинные, изначальные зерги. Они сражаются. Убивают. Эволюционируют. Тот же путь предстоит и тебе, если выживешь. Чар долго служил главным ульем Роя в секторе Капрулу. За контроль над планетой сражаются силы тиранов и зергов. Чтобы объединить разобщенный Рой, тебе придется завоевать Чар. Сначала тебе придется сразиться с вышедшей из повиновения матерью стаи Загарой. Она не отдаст свою стаю без боя. Зерус, родной мир зергов, он находится далеко за пределами сектора Капру. Керриган, ты должна отправиться на эту древнюю планету, изучить ее тайны и впитать ее силу. Зеруса привела тебя сюда. Меня привело желание увидеть, как умрет Менгск. А зерги помогут мне уничтожить Кархал. Ты должна дать Зерусу изменить себя. Приближается великая битва, и у тебя осталось мало времени. Я ничего никому не должна. Твои пророчества не для меня. Но ты сделаешь все, чтобы отомстить. Все. Этого достаточно.
Почему ты помогаешь мне? Ты должен ненавидеть меня больше всех. Зелнага желают, чтобы ты вновь возглавила Рой. Ты знаешь, я не верю в твои пророчества. Неважно, веришь ты или нет. Я служу высшей цели и заработал ненависть протосов. Избавь меня от этих жалостливых речей, Зератул. Каждый сам делает свой выбор. Я смирился с этим. И когда наши дела будут закончены, я вернусь к своему народу и предстану перед судом. Все мы однажды ответим за свои дела. Думаю, твой час почти настал. Я смотрю на Зеру с глазами моих надзирателей. Изначальные зерги невероятны. Кажется, они не стареют. Все живые существа стареют. Даже зерги. Но они поглощают чужую эссенцию. Постоянно эволюционируют и не умирают. Если только их не убьют другие изначальные зерги. Верно. Самые опытные охотники среди них должны быть невероятно старыми. И невероятно опасными. Что ты думаешь об изначальных зергах? Динамичные, разнообразные, интересные, беспорядочные, бесперспективные. А я думала, они тебе понравятся. Постоянное развитие ради убийства других. Изначальные зерги хорошо реагируют, импровизируют. Есть хорошие гены, можно заимствовать. Зерги Роя. Эффективные, с продуманным развитием, доминирующие. Изначальные зерги недовольны нашим присутствием. Они собираются в отряды, готовясь уничтожить нас.